Всем привет, с вами Бивер и Настольные игры. И сегодня у нас наконец-то летсплей, вуаля, да, очень сложную игру. И мы будем играть вдвоем, и я, и Юля, да, поздоровайся хоть. Отлично, вот, так что сложная игра, 24 игрока, времени мало, начинаем играть побыстрее. Так, правило. Да, 24 игрока. Правила очень простые. Достаем карточку, смотрим на нее. Все, что серое, не должно быть видно. Все, что цветное, должно быть видно. В общем, посмотрите обзор, если что, на моем канале. Есть обзор на эту игру. Он очень быстренький, все будет понятно. Итак, играем мы до 10 очков. Кто наберет первым 10, тот и будет победителем. Итак, раз, два, три. Поехали. Вот так. Очень просто. Одна шляпа? Нет. Все элементы спрятаны. Одна шляпа. Отлично. В общем, мне совпало. Я собираю дочку себе. Так, раз, два, три. Это так сложно. Опять это все. Раз, два, три. Не накрою. Блин, не накрою. Мы будем считать, что Юля первее, но только, мне кажется, у Юли косяк. Какой? Ну, вот это красное же не должно быть. Отлично, хорошо. То есть этот элемент тоже мой. Раз, два, три. Так, внутри. Внутри. Тоже оно обязательно быть. Блин, что-то я вообще туплю, да? Подожди, стоп. Проверяем. Все элементы должны быть. Внутри красного должен быть кролик. Монетка. Монетка? Монетка должна быть видна, она и видна. То есть ты не собрала. Ну, все, значит, мы просто откладываем это в бок. Я тоже не успел собрать. И поехали. Блин, опять эта штука. Так, раз, два, три. У меня упало. Все, стоп. Смотри, у меня заяц виден? Виден. Шляпа видна, остальное все спрятано под низом. Так, пока 3-0, пока 3-0 я веду. Итак, раз, два, три, поехали. Так, монетка не видна. Оранжевая не видна, красная видна. Тут Юля чуть быстрее меня. Итак, проверяем. Да, все совпало как надо. Забирай первый. Отлично, третий счет. Так, раз, два, три. Внутри шляпы должно что-то лежать. Этот зайчик. Все, стоп. Оранжевый видно, красный видно. Внутри шляпы должен лежать кролик. Все, отлично. 4, 1, поехали. Блин, Юля успела. А ну посмотрим, правильно или нет. Заяц виден, монета видна, шляпа видна, оранжевый внутри, правильно. 2-4. Раз, два, три, поехали. Так. Черт, черт. Ой, блин. Не стоит. Ой, блин. Все, стоп. У меня получилось. Красный цилиндр виден, черный видно, а внутри него должно два элемента быть. Ну или один. Оп, отлично, все у меня совпало. Так, 5, 5, 2. Раз, два, три. Всего три элемента. Ой. Не так. Черный должен быть виден и красный, да. А серый должен быть центричной шляпой. Отлично. 6. Раз, два, три. Так, монета. Заяц. Я собрал. Ой, монету не собрал. Куда? Аня, все собрала. Все собрала? Говоришь, а нет. Да, все правильно, абсолютно. Забирай. Ты третья тебя. Так, 3-6. Раз, два, три. Все. Стоп. Есть. Монета есть. Кролик внутри шляпы. Чок. Все. 7 очко мне. Так, подожди, я их сложу. Так, ну что, поехали. Раз, два, три. О, так. Этот виден. Стоп. Ну, проверяем. Главное, чтобы внутри красного что-то было. Блин, ну там зайчик должен быть. Нет, заяц должен быть виден. А как? Должен внутри быть оранжевый. Ну, в общем, никто не получает эту карту. Ладно. Раз, два, три. Поехали. Так,
Ранец, монета, шляпа. Блин, не может быть. Она меня опередила буквально на секунду. Так, видно, видно, видно. И эти два. Да, все правильно. Четверка. Так, я скину, подожди сейчас. Раз, два, три. Зай, зачем там? Там зайца нету. Так в этом что-то должно быть. В этом должно быть что-то. Ну тут есть два элемента, которые могут. Так их не видно. Да. Так зайца тут вообще нет. Как это? Ну так. Ну хорошо, внутри. А внутри? Там сразу внутри. Не, ну это не подходит сразу напрямую. Выкидываю. Ладно, давай так. Раз, два, три. Так, вот так. Вот так. Стоп, проверяем. Да, наверное, у меня все совпало. Белый заяц и шляпу видно, а эти два элемента нет. Все правильно, да? 4-7. Что-то я совсем начал сдавать. Раз, два, три. Поехали. Ой. Блин, зайчка. Все. Вроде правильно, у меня оранжевый не участвовал. Монета и шляпа видны, а эти два не видны. Да, все, шикарно. 8-4. Раз, два, три. Поехали. Ай, как сложно. Стоп. А черт. А зачем ты шляпу вообще берешь? Ее здесь вообще нету. Зачем ты ее взяла? Ладно, проверяем. Монета видна, красный видно, а эти два не видно. Отлично. 9. Мне еще осталась одна. Одна. Так, раз, два, три. Поехали. Так. Так. Ай, блин. Так. Вот, так. Все, я успела. Стоп. Проверяем. Заяц виден. Красный виден. Внутри черного цилиндра должно быть оранжевое. Да? Все верно. Забирай. Это шестая, что ли? Раз, два, три, четыре, пять. Шестая, шесть, девять. Ничего себе, приближаешься. Раз, два, три. Поехали. Я не разбирал, да? Так. Нет. Ой, блин. Все. Стоп. Проверяем. Главное, чтобы оранжевое лежало внутри... А, это неправильно, я сразу могу сказать. Зайца нету. Зайца нету. Так она зайца опять спрятала. Зайца внутри красного. Ну, блин, а что там? Оранжевое. Ну вот, его не видно. Понятно. Если бы это в минуса шли, знаешь, то ты не выбиралась бы с них. Раз, два, три. Нет. Блин, ты меня сбиваешь. Все. Ой, нет. Это опять неправильно. Все правильно, смотри, зайчик серый, он его не видно. Зеленое видно? Да. В красном есть что-то? Видно черный, все правильно. Да, но только серый заяц. Те элементы, которые не нарисованы, не должны участвовать вообще в игре. Как он? Вот он спрятан. А что, у тебя, еще есть такое в этой комбинации, чего нет на рисунке? Именно. Зачем ты все время пихаешь того, чего нет на рисунке? Блин, ну там же должно что-то лежать. Да, вот заяц. Раз, два, три. Поехали. Ой. Я не успела. Все, ну ладно. Будем считать, что Юля успела. Ну ладно, я не успела. Для большего. Для большего. Давай. Все равно 7-9. Раз, два, три. Поехали. Ой, это все сложности. Сложности? Это все сложности, Аля. Это все. Юля, это все сложности. Все, я выиграла. Не гони. Она правда собрала. Ты специально, я подарилась. Нет, сейчас нет, вообще нет. 8-9. Раз, два, три. И все, я не могу. Все. Стой. Так должно быть, да? Не обязательно. У меня зеленый видно, вот. Он не накрывается. Да, 10. 10-8. Ну, мы, понятное дело, играли чуть-чуть по другим правилам, потому что, по факту, когда ты выкладываешь неправильно стопку, то должен игрок выбывать из раунда, а другой должен продолжать. Ну, я считаю, что играя в дуэльки, это вообще, ну, глупо. Глупо такое произвести. Ну, да, как, вот прикинь, ты вот эти все раунды проиграла бы просто. То есть я считаю, что либо же отдавать карту в минус, конечно же, можно игроку, но это по факту то же самое, что он выбывает. Поэтому, а если вы играете до конца колоды, то, конечно, можете в минус убирать карту. Если нет, то я считаю, что убирать просто как я,
карту тоже довольно-таки неплохо. В общем, наконец-то у нас получилось небольшой летсплей. Хоть и в такую игру, как Вуаля, но все же. Может, вам было немножко по фану это. Если так, то поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Я думаю, Юле тоже. Все, всем спасибо, всем пока. С вами была игра Вуаля, и мы вдвоем. Пока-пока. Я могу не покакать.